В свои 9 лет Матвей Осипов мечтает научиться нормально ходить. Несмотря на диагноз ДЦП, шанс на это у него есть. Весь Урал совместно с благотворительной организацией «Русфонд» продолжает рассказывать о детях, которым нужна ваша помощь. Сейчас 9-летний Матвей Осипов с маминой поддержкой делает уверенные шаги, хотя раньше не мог даже сидеть. На свет Матвей появился недоношенным. Во время родов произошло кровоизлияние в мозг, появились проблемы со зрением, сердцем и неврологией. Итог – страшный диагноз – детский церебральный паралич. Мальчик перенес 5 операций и прошел несколько курсов реабилитации, которые дали положительные результаты. Начали ладошку раскрывать, ставить в опору. Все время ручка сжата была. Вот. Ходим еще на массаж лица, научили щечки раздувать. И какие-то новые звуки появились. С речью речи вообще нет, есть просто звуки, слоги отдельные. Дома Матвею отдыхать некогда. Вместе с мамой он развивает мелкую моторику, читает книги, занимается на тренажерах. Но больше всего мальчик любит движение. Ходить на ходунках и гонять на специальном велосипеде. Усталость наступает, но потом проходит все это. Все равно нужно двигаться дальше, все равно с каждым разом есть результаты. Маленькие по чуть-чуть на сдвиги есть. Эти успехи необходимо закрепить. 2 года назад мальчик прошел реабилитацию в Московском институте медицинских технологий. Врачи рекомендуют продолжить лечение. Матвей нуждается в повторной госпитализации для продолжения восстановительного лечения. Необходимо снизить тонус мышц правой руки и ноги, развить мелкую моторику, координацию движений и чувство равновесия, улучшить опору на ноги и стимулировать развитие речи мальчика. Для дальнейшего курса реабилитации необходимо оплатить лечение стоимостью в 199 тысяч 430 рублей. Таких денег у семьи Осиповых нет, и вся надежда на добрых людей. Чтобы помочь Матвею, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Это номер для региональных проектов Русфонда. Стоимость сообщения 75 рублей. В ответ вас могут попросить подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Ольга Зиналиева, Мария Гильванова, Александр Трофимов, Вести Урал.